Мне моя работа нравится, так как каждый раз из ничего создаешь что-то большое, создаешь концертную площадку. Чтобы монтаж быстро прошел, важно всем раздать обязанности и проследить за качеством их выполнения. Если задачи поставятся верно, то и сцена будет готова быстро и качественно. Первым делом, когда приходим на площадку, важно посмотреть, что имеется на площадке, чего нету, что нужно использовать во время концерта, что нет, так как все зависит от размеров самой концертной площадки. Что-то может уместиться, какой-то реквизит не помещается, и, соответственно, танцоры будут работать с тем или иным реквизитом в зависимости от размеров площадки. Бывает даже такое, когда все уже сделано, начинается репетиция и идет творческий процесс, и в этом процессе начинает что-то меняться, что-то переставляться. Бывает не так поставлен свет, бывает управляем кулисы, бывает сужаем сцену, бывает ее наоборот делаем больше. Каждый раз происходит что-то новое. Не бывает одной и той же площадки, но бывает интересный факт, что когда большой гастрольный тур, концерт за концертом идет каждый день, и вот тут происходит эффект дежавю, как будто уже вчера эта площадка была, этот день был, эти слова были, здесь кто-то пробегал, здесь кто-то говорил, и создается впечатление, что ты живешь прям как будто вот одним днем проживаешь один и тот же день, одно и то же время. Перед любым концертом каждый артист начинает готовить свое место. Сначала достаются костюмы из кофров, потом их гладят. Далее мы приступаем к их разбору. На каждой площадке есть разное место за кулисье, поэтому для нас это происходит все по-новому, потому что где-то много места, где-то мало, где-то мы можем разложиться, как сказать, по-барски, а где-то приходится уместиться покомпактнее. При подготовке своего места мы находим кофр, чтобы разложить весь этот реквизит, достаем стойки, чтобы повесить туда все свои костюмы. Дальше приносим основные костюмы, головные уборы, мелкий реквизит, гладим причиндалы, такие как платки, косы. Приводим все в порядок, чтобы на сцене все выглядело идеально и шло как по маслу. Классика. С этого начинается рабочий день артиста. Это наш разогрев, это наш настрой на весь рабочий день. Что мы делаем на классике? Конечно, мы готовим свой инструмент к дальнейшей работе, к трюкам, к работе над программой. Мы греем стопы, колени, спины, разогреваем все свои мышцы, проверяем качество элементов. Конечно, без классики невозможен народный танец. В основном часть ребят у нас находится на сцене, часть ребят находится в зале. И вообще, когда мы занимаемся классом, то, в принципе, у каждого есть уже свое место, каждый знает, что кто-то любит делать класс на самой сцене, кто-то любит делать в зрительном зале, и там тоже мы занимаем не только даже низ, да, не только партер, мы занимаем вообще полностью весь зал, от низ до верха, каждый находит себе свой удобный уголок и делает класс. Стараемся выполнить все основные элементы, пару прыжков, ну и пару движений на середине. Обязательно вращаем, чтобы почувствовать сцену, раскрутить голову, ну и вообще просто немножко попривыкнуть к сцене. Я что хочу сказать, что одинаковых сцен не бывает, как и одинаковых людей. Когда мы приезжаем, в первую очередь, конечно, для ребят это важно понять этот зал, прочувствовать его.
что входит в репетиционный этап перед концертом? Это, естественно, разводка номеров. Это практически мы берем номер, сначала мы проходим его пешком, проверяем, изучаем географию сцены, что, какой выход, куда заход, кто куда выходит. И затем уже музыкально проходим номер. Главная и важная часть нашей программы – это постановка света. И постановка света на каждой площадке, она, конечно, была разная, потому что разные размеры площадки, разные возможности, разное количество приборов, и каждый раз нам приходилось создавать новую сценографию света. И, конечно, он дополняет и настроение, высвечивает артистов, высвечивает главные персонажи. И это очень-очень обогащает нашу программу, и мы стараемся максимально сделать красивую партитуру. И в это же время все-таки успеть помочь и нашим артистам по разводке, поскольку мы сидим по ту сторону сцены, нам очень хорошо видно, а мы успеваем еще во время постановки света еще делать кое-какую работу по репетиционному процессу с нашими артистами. Ребята, они как минеры, они проверяют эту сцену, потому что есть какие-то углубления где-то. Потом сцены, они все по размеру достаточно разные. И, естественно, происходят какие-то изменения по составу, по рисункам танца. Это тоже часть концерта, которую зрители не видят. Иногда мы, если у нас мало очень времени, и мы не сокращаем состав, и пытаемся адаптировать программу, и ребята танцуют за кулисами. Это тоже очень интересно. В общем, бывает и так. Я хочу сказать, что тур настолько был интересным, и для меня, например, Сибирь, она ценна тем, что сибиряки очень гостеприимные, и они по-особенному как-то принимали нашу программу, очень восторженно. Ну, наверное, сказывается то, что давно не было концертов, пандемия, люди соскучились по живому искусству, и, конечно, я была потрясена тем, что все залы стояли, и публика была настолько неравнодушна, они столько нам написали хороших отзывов. Спасибо вам большое за самый теплый прием.